Так как у кого-то он сегодня вызывал сомнения. Весь секрет. Собственная значимость. Что? А, и жгут? Вот лежит редчайшее дерево, сафура японская. Наверное, пожалуй, единственное дерево в городе Харькове, которое смогло здесь вырасти и выжить. Это такой среднеземноморский вид, лекарственное дерево, очень редкое. Дарило свою тень всем посетителям парка. И кому-то кто-то посчитал это сухостоем. А дерево было спилено, скорее всего, только потому, что распускается оно на 2 недели позже, чем остальные виды. Вот посмотрите, наверное, здесь еще видно, что листья, которые она уже выбросила, успела выбросить. Но посчитали сухостоя. Редчайшее дерево, таких деревьев в Харькове, наверное, нету вообще. Теперь наши дети никогда не увидят сафуру японскую своими глазами.
только здесь или здесь? Нет. Ну, в общем-то, по большому счету, это шушера вся, они же прячутся. Вот ГЕПа, ответственный главный республик. Главное, не до ГЕПа. Ладно, что-то ошибка. На сегодня хватит.